Приветствую всех на канале Пернатый Дозор. 25 декабря. На улице с утра было 30 градусов, сейчас 22. Не можем мы завести свои автомобили по городу в Оренбургской области, а куры несутся. 6 яиц от Барковских 100% снесли они нам. Время сейчас 15:19. И вот такие вот веса спрашивают по Барковским. 61 грамм. Просто прям выборочно три штуки сейчас взвесим. 57 грамм. И вот такое вот яичко. 64 грамма. Царско-сельские сегодня нам 3 яйца выдали. Вот такое вот веса у нас у царско-сельских. 63. 68. И те, кто рано утром снесся, пока я еще спал, яйца сегодня у нас раскрылись розочкой, так как у нас курятник без догрева, ну, царско-сельское раскрытое, 65 грамм. Микс. Это ликбар миксовый, с петушком синь-синь-дянь сидит у меня, 63 грамма. Ухэйлюй. Такое вот яйцо. 45 грамм. Да, разница у хайлюли, синь-синь-дянь. Многие просили рассказать, синь-синь-дянь рыжие. Вот смотрите, это яйцо у нас синь-синь-дянь, а это у хайлюли. Видите, да, невооруженным глазом видно. Синь-синь-дянь, две курешечки у меня есть, 51 грамм. Амируканы. Начинают амируканы вроде простреливать. Вот такое вот яйцо, 45 грамм. Амирукана 50 грамм. И еще яйцо амирукана 52 грамма. Теперь давайте для сравнения положим вот так, значит, по цветовой гамме, наверное, будет видно. Амирукана, ухэйлюй и синь-синь-дянь. Так, про то, что мороз, яйца подморозились, сказал. Орловское тоже мороженое. Вот видно, да, лопины. Осталось уже мало, так как мороженое, яйца занес домой. Как раз ушли в пищу. Так, по Орловским. Такое вот яйцо у Орловских. 67 грамм. Ну, в принципе, у Орловских 55-65, как бы все такие вот. 59. Только 4 курочки, которые... А, 3 курочки, извиняюсь, которые младше на 2 месяца. Они пока еще мелковаты. Вот одно. И вот это вот. Это 100% они. Вот 53 грамма. Так, ну и от микса. Вот такой вот микс. Там я уже рассказывал, родониты. Все подряд. 60. Это кроссы. Называю я их микс. Это 58. Вот такие вот яички выдают нам в минус 30 наши курешечки. Лопнутое это уберем сюда. Два остатка лопнутых. В первую очередь их надо скушать. Вот так вот несут наши курешки. Всем спасибо. Пока-пока.